Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем. А вот в прямом эфире, ну что, уже вторую неделю, как учебные заведения начали работу в таком, может быть, уже непривычном, но в нормальном режиме. Очно, естественно, пандемия внесла свои коррективы. Как мы знаем, учащиеся должны, ну, по крайней мере, не вакцинированные, должны сдавать тест слюны раз в неделю. Сейчас, вчера появилась такая новость, что Министерство образования вместе с Министерством здоровья договорились о том, что все-таки раз в две недели школьники проходили это тестирование. Ну, судя по всему, это такое вот, ну, может быть, просьба лаборатории, которая явно не справляется с таким потоком вот материалов для теста. Наверное, чуть-чуть полегче сейчас будет и школам. Сейчас об этом мы и поговорим с директором Рижской Ринушской средней школы Денисом Клюкиным. Денис, добрый день. Добрый день. Да. Ну вот кто-то заметил, что школы превратились в такие большие какие-то медицинские лаборатории, и учителя, ну, в общем, все, и технические работники должны заниматься совершенно несвойственными им делом. Как у вас все это проходило, каковы ваши ощущения? Не было такого вот, не знаю, ощущения, что вместо образовательного процесса и педагогического вы, в принципе, вот просто занялись такими медицинскими манипуляциями? Ну, уже в прошлом году в той или иной мере мы познакомились с тестированием. Для старшеклассников, да. В школе есть дошкольные группы, которые тестировались регулярно. И в конце года, само собой, 12-классники, которые на две недели приступили к очному обучению, тоже тестировались регулярно. То есть для нас это не было ничем новым. И школа, в принципе, достаточно хорошо адаптировалась к этой, я знаю, все наши коллеги абсолютно спокойно восприняли необходимость проводить тестирование. Конечно, нам есть чем заняться помимо этого, да, но в такие времена мы готовы в этом поучаствовать. Основные проблемы связаны были и до сих пор они связаны с тем, что у нас, слава богу, наша лаборатория нас не подводит, но очень большое количество школ столкнулись с тем, что лаборатории не справлялись со своими функциями сбора материалов для тестирования и самим тестированием. И вторая проблема – то, что до сих пор мы находимся в состоянии отсутствия четкого регламента, что делать, если обнаружен ковид. Позитивный, да. И как часто будет тестирование, потому что вот только буквально вчера сказали, что теперь раз в две недели. Что делать, чтобы вышли дети с карантина, потому что у нас одна информация, у семейных врачей опять другая информация. И вот эта неопределенность, она создает самый большой хаос. Да, вот, наверное, тот вопрос, который вам часто дают, что у вас с вакцинацией учителей, какие есть данные, сколько вакцинировалось, сколько не вакцинировалось? Ну, я даже могу сказать не о вакцинации учителей, а в целом о вакцинации сотрудников школы, потому да. что с детьми контактируют также и технические работники. Конечно. У нас вакцинировалось около 90% сотрудников. Поэтому здесь никакой проблемы у нас нет. Антиваксеров таких вот по-настоящему, по большому счету, нет. Да? То есть у нас есть пару человек, которые по каким-то идейным соображениям не хотят вакцинироваться. Все, кто не вакцинировался до сих пор, они не вакцинировались по достаточно таким объективным причинам, либо медицинского характера, либо просто так сложилась ситуация. Да? Но, в принципе, практически все готовы вакцинироваться, чтобы наш процент был максимально близок к 100%. Да, вот тогда такой вопрос, связанный, вот, наверное, с тестированием. Есть ли какие-то, потом перейдем, может быть, к образовательному процессу, а есть ли какие-то дальнейшие указания, что будет вообще происходить, вот если появятся заболевшие в классе? Ведь в какой-то момент может возникнуть так, что один класс ушел на карантин, или на самоизоляцию, второй класс, или половина класса, и тогда чисто технически получится, что, не знаю, наверное, будет удобнее хотя бы частично на неделе проводить какие-то удаленные занятия, чтобы учителя-то не могут разорваться. Да, половина для тех, кто дома сидит, половина для тех, кто в классе.
Ну, уже есть классы, которые ушли на карантин. Да, то есть в вашей уже школе, да? На данный момент у нас таких в школе три класса. Вот сегодня я третий отправил. Да, сегодня второй и третий, до этого был только один класс. Да. И как раз вопрос разорваться, тут проблемы особой нет, потому что учителя уже за прошлый год достаточно хорошо привыкли к использованию системы удаленного обучения, то есть они отрабатывают очный урок с теми детьми, которые в школе, и на следующем уроке прямо из того же класса могут вполне себе спокойно проводить урок удаленно. Конечно, ну, поскольку первая учебная неделя, есть определенные накладки, в основном технического характера, но здесь проблемы никакой нет. Самая большая сложность заключается в том, что в особенности в старшей школе и на втором этапе основной школы, там 8-9 класс, в классах достаточно много вакцинированных детей. И вакцинированные дети при наличии отрицательного теста уже на следующий день, на следующий день имеют право приступать к очной учебе. И сейчас существует ситуация, когда у нас уже в одном из классов, который ушел на карантин, есть вакцинированные дети, которые хотят учиться дальше. То есть пока их мало, мы их можем присоединить к другим классам, которые очно. А если это будет такая большая пропорция, вот здесь уже возникнут некоторые проблемы, потому что возникнет, ну, такая фактически предпосылка к сегрегации. То есть нам надо будет по большому счету обеспечить и очное обучение той части класса, которая с прививкой, а тем, кто без прививки, нам надо будет обеспечить удаленное обучение. Из этого вытекает очень большая проблема, связанная с тем, что учить, ну, фактически на один урок надо два учителя. И значит, нам надо будет реструктурировать классы. Да, вот еще такой вопрос, который хотел задать. Я понимаю, что сейчас очень тяжело что-то прогнозировать, но вот сейчас даже, если мы говорим о правительстве, есть две позиции. Да? Одна – это то, что, я так понимаю, что и министр образования этой позиции придерживается, что при любом раскладе, при любом росте или не росте заболеваемости нужно продолжать максимально долго вот это очное обучение, потому что это школьникам надо, наверное, особенно это для начальной школы актуально. Это одна позиция. Вторая позиция, она может быть такая более пессимистическая, что если мы увидим, что действительно рост заболеваемости такой же, как прошлой осенью, зимой, а то еще и больше, сейчас динамика такова, что будет это все распространяться еще быстрее, чем в прошлом году, то нет смысла вот мучиться, и после, не знаю, первых каникул нужно переходить на удаленное или частично удаленное обучение. Вы какой версии вообще придерживаетесь? Вы сторонник, что надо максимально долго, как это возможно, все-таки в школе проводить обучение? Да, я сторонник того, что не просто максимально долго надо в школе проводить обучение, а я сторонник того, что мы должны вообще отказаться от идеи, от ожидания того, что, возможно, нам надо полностью будет уйти на удаленку. В принципе, если мы посмотрим на европейский опыт, то страны с такими же показателями действовали совершенно по-другому в плане удаленного обучения. И по большому счету нет примеров такого тотальной удаленки, которая была в Латвии. Она абсолютно бессмысленна. Мы можем эпизодически те или иные классы уводить на удаленку. В принципе, все уже привыкли, все уже учителя абсолютно готовы переключаться. Один урок провели с живым классом, один урок провели удаленно. Конечно, это в целом труднее, чем все удаленно или все очно. Но, наверное, новые времена требуют таких вот новых решений. Но при любом раскладе школа свою функцию полноценно сможет осуществлять только если мы будем максимально сохранять очное обучение, потому что иначе целый ряд задач, которые школа выполняет, не будут выполнены. В первую очередь это комплексные образовательные цели, да, то есть это воспитательные цели. Само собой, кто-то, может быть, получит на 100% именно учебную часть, но дети, которым необходимо
повышение мотивации за счет работы педагогов, дети, которым необходима в целом социализация и те вещи, которые дает школа, которые школа может дать только очно, они пострадают в случае удаленного обучения, как они пострадали весь предыдущий год. Плюс ко всему, объективно, помимо каких-то там учебных или даже образовательных вещей, есть вещи просто физические, физиологические, которые происходят с детьми, находясь дома. Есть проблемы, связанные с психологического характера, да и вообще и психического характера, которые начинают проявляться, когда дети находятся дома. Поэтому поход в школу – это помимо того, что можно что-то в школе получить, сам поход является определенной инвестицией в здоровье ребенка. Да, потому что мы понимаем, что, и, во-первых, нагрузки ребенку нужны, физически, во-вторых, все-таки это какая-то социализация, общение со сверстниками. Понятно, что это крайне, наверное, необходимо. Ну, здесь можно уже по результатам прошлого года можно уже обращаться к врачам и спрашивать у них, к педиатрам или там детским психологам, да, психиатрам. И я думаю, что будет достаточно неприглядная картина, и именно они должны быть первыми адвокатами в пользу очного обучения. Да, вот если мы говорим действительно с точки зрения качества образования, сложилась такая, может быть, у детей, а зачастую их родителей, такая, может быть, ну, сюрреалистическая картинка, что ну вот на удаленке очень даже неплохо заниматься, зачастую и вставать нужно позже, в расслабленном состоянии, а все равно учебный материал осваивается. И вот я так понимаю, что многие очень сильно в этом заблуждаются. Как вы вот сейчас уже при начале очного образования, может быть, какие вы даете рекомендации своим коллегам, учителям, не знаю, как проверить, что в прошлом году вообще результаты какие были, насколько это было качественно? Может быть, вообще какой-то материал надо просто повторить, потому что дальше нельзя будет идти по этой учебной программе. Однозначно так и есть, потому что есть классы или группы классов, где прошлый год дал по некоторым предметам не просто создал некую стагнацию, он дал минус, и надо не наверстывать прошлый год, а возвращаться даже к позапрошлому году. Даже так? И даже так. Оттуда даже начинать так, идти, да? Да, имеет общение с нашими языковедами, и в некоторых классах наблюдается тенденция просто вот отката такого чуть ли не на полтора года именно по языкам, потому что язык все-таки онлайн – это в группе, да, представьте, большой класс, онлайн – это, ну, не очень эффективная вещь. Ага, значит, это я, извиняюсь, что перебиваю, значит, я заблуждался, у меня было такое ощущение, что как раз языки можно учить онлайн, да, а вот там математику, физику, химию все-таки очно. Оказывается, и с языками, вот вы по своему опыту говорите, что нет, тоже нет. Да, именно так. У меня именно в первую очередь ко мне с проблемными вот этими вопросами обратились учителя языков. Что именно по языкам провал в средней возрастной группе, речь идет там 4-7, вот где-то так класс, там ужас, недостаточная, да? Мотивация к освоению языков есть на прикладном уровне, да, то есть когда дети меньше используют социальные сети, меньше смотрят какие-либо видео, меньше играют в игры, именно в игры, где требуется знание языка. А вот в этой возрастной группе есть определенный откат. Угу. И фактически понадобится время, чтобы вот этот пробел каким-то образом восполнить, да? Да, но есть и плюсы. Есть и плюсы. Вот этот год, фактически год, когда дети получали говорящие головы и интерактивные доски на экране, этот год заставил задуматься в целом нас, как педагогов, о том, что если мы совсем вот такие олдскульные уроки даем, когда урок выглядит такой, дается фронтальный урок, который не сильно отличается от урока онлайн, наверное, надо пересмотреть эту ситуацию, потому что
у детей теперь был опыт видеть, что говорящая голова может быть и в компьютере, угу. и в школе надо дать им что-то большее, чем просто учитель, статично где-то находящийся и вещающий. Да? То есть все-таки, ну, молодым педагогам это менее свойственно, но педагоги вот старой школы, и мы эти вопросы поднимали на педсоветах, на методсоветах уже в этом году, они, несмотря на какие-то свои консервативные взгляды, сами уже задумались о том, что, конечно, школа должна отличаться от онлайн-образования. Ну, а чуть-чуть поясните, как? Ведь, ну, хорошо, больше общения учителя с каждым школьником, но иногда в больших классах это тоже не так. Вот за 40 минут попробую успеть со всеми переговорить. Вот что это должно быть? Ну, хотя бы так простыми словами чуть поясните. Ну, в первую очередь, это должна быть физическая динамика на уроке, да, то есть... Начнем с того, что учитель должен передвигаться по классу. Начнем с того, что учитель должен быть ближе к детям. Это на самом деле в современной школе, это как, если так вот посмотреть теоретически, это такие прописные истины, и все скажут, ну, конечно же, это так и должно быть. Но по факту в подавляющем большинстве классов, если ты заходишь, и это касается не только нашей школы, а конечно. В целом школы, да. Вы можете просто фотографии в интернете посмотреть. Парты стоят фронтально, где-то впереди стол учителя, и учитель там что-то оттуда из своего угла вещает. Вещает, да. Да. А еще говорит, это плохой пример. Вот, пожалуйста, дети, тишина в классе, прочтите с 15-й, там, не знаю, по 18-ю страницу, и дальше продолжаю сидеть в своем кресле, да? Да, 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 именно так. Поэтому здесь надо создавать определенную динамику, не обязательно, потому что если мы говорим о результатах, то результатах, именно выраженных в баллах, в оценках, то не всегда это создание динамики на уроке физической повлияет положительно на итоговую оценку. Потому что, в принципе, фронтальный лекционный урок по целому ряду предметов может быть гораздо более эффективным. Но если смотреть в общем и в долгосрочной перспективе, как динамичные уроки влияют на образовательный процесс, это повышает мотивацию, среднюю мотивацию по классу. А средняя мотивация по классу, повышение средней мотивации по классу всегда влияет положительно на повышение среднего балла. Вот мне кажется, что учителя должны быть и сейчас вообще более изобретательны, не только потому, что вот до этого был такой удаленный период обучения, но и потому, что его величество Google, или называйте как хотите, да, где учащийся массу информации может почерпнуть там, и он привык это делать уже, особенно в старших классах, что учитель все-таки, ну, должен пытаться выйти за рамки, вот, не знаю, Google и рассказать что-то такое интересное, да, то есть увлечь учащегося. Здесь, ну, вопрос Google... Не, ну, я утрирую, но да, в общий смысл, но, да. Да, 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 но условно доступность информации – это на самом деле очень большой миф, потому что в целом кажется, что вроде вот вам Google, вот вам Википедия, у всех гаджеты. В принципе, дети имеют абсолютный доступ к любой информации. Но для того, чтобы заинтересоваться какой-то информацией, нужна мотивация. И этой мотивацией как раз сейчас, я не скажу, что массово можно ее наблюдать в детях, чтобы они интересовались чем-то и даже хотели перепроверить учителя, а прав ли он. Потому что любой учитель, как и человек, может ошибаться. И говоря что-либо... Ну, самое страшное для учителя – это когда в конце урока он задает вопрос, все ли понятно, и молчание. Или все говорят, да-да, все понятно. Ну, обычно на самом всегда, деле обязательно да. должны быть вопросы. И сейчас наличие вот этого громадного инфопространства, оно очень иллюзорно, потому что дети на самом деле туда не обращаются. И учителю надо заинтересовать на самом деле не в своем как-то уроке или предоставить альтернативу. Учителю в первую очередь надо заинтересовать ребенка учить, изучать мир вокруг себя, в том числе используя это пространство. Потому что если ребенок будет гуглить, если ребенок будет залазить в Википедию, если ребенок будет каким-либо электронным образом познавать мир,
это тоже прекрасное достижение, в том числе и учителей и школы. Да, ну вот интересно, когда вы говорите, вот учитель спрашивает, все ли понятно, зачастую, ну, может быть, мне как не математику, да, не математического склада, человек сразу приходит вот по памяти, может быть, из своей школьной жизни, что когда все спрашивали, когда учитель спрашивал, все ли понятно на уроке, не знаю, алгебры и геометрии, действительно царила такая мертвая тишина в большинстве случаев не потому, что не было вопросов, а потому что было такое ощущение вначале, что ничего не понятно, и даже не ясно, с чего начать, чего спрашивать. Это, наверное, тоже задача тех, кто преподает, особенно такие естественные науки, чтобы они как-то вот тоже гибчико подходили, потому что одно дело, когда какая-то дается теория, а другое дело, когда есть, когда мы имеем дело с формулами. Да, конечно, но здесь дело даже не в конкретных науках, дело не в конкретных предметах. Очень важно детям с самого-самого начала, с первого класса, объяснить вообще, зачем они ходят в школу. Когда они понимают, зачем они ходят в школу, им надо объяснить, зачем каждый конкретный предмет им нужен. Не просто вот учись, а потом поймешь. Не просто вот мы так сказали, значит надо. Ребенок, приходя в любом классе на какой угодно предмет, должен четко понимать, зачем он ему нужен. Зачем он ему нужен, не пригодится во взрослой жизни, не так. А как этот предмет повлияет на него, на формирование ребенка как взрослого человека. Потому что у нас, к сожалению, система создана так, что изначально декларируется, ребята, в принципе, вы учите там 15, 14, 16, 17, ну, до 20 предметов да. В течение 12 лет, но нас результаты по ним не волнуют. Нас волнуют результаты по трем предметам. Да, математика, по которому будет централизованный экзамен, да, абсолютно, да. А все остальные предметы, на самом деле, вот честно говоря, они не важны. Но это не так, потому что в образовательных программах я даже, у меня есть свои, например, собственные предпочтения как у взрослого человека и как у педагога, да, но в целом я бы не мог в одной какой-то плоскости сравнивать предметы, потому что все предметы, которые включены в образовательные программы, нужны, важны, но проблема в том, что дети, ну вот я буквально, вот позавчера у меня уроки были, и спрашивая девятиклассников, а зачем вот тот или иной предмет нужен, я получал молчание, потому что и это тоже вот моя боль, что мы как учителя должны доносить, зачем каждый конкретный предмет, который каждый из учителей преподает, нужен ученику. И в том числе нам здесь требуется поддержка родителей, потому что родители тоже должны объяснять детям, зачем нужна школа. Потому что обычное объяснение родителей, зачем нужна школа, ну, ты школу закончишь, пойдешь в институт, а потом заработаешь денег. Ну, это объяснение, оно может быть каким-то образом в материалистическом мире работает, да, очень примитивно, да. Да. Я понимаю, что, может быть, этот такой, не знаю, это спор, какие предметы более нужны, я думаю, это будет вечный. Мое время было, наверное, ваше, я думаю, еще будет и после нас. Не об этом речь. Но вот все равно мне не покидает ощущение, тоже как у родителя, что какие-то предметы, при всем их уважении, я даже не хочу называть, чтобы никого не обидеть, может, каждый учитель считает свой предмет самым важным в этой жизни, все-таки должны были быть в виде факультатива. Да? Ну, вот, на мой взгляд, они должны быть. Да, но какие-то предметы, особенно когда они продолжаются из года в год, не знаю, сейчас на меня обрушатся художники, рисование или пение, при всем уважении к этим предметам, да, но мне все-таки кажется, что часть предметов на каком-то этапе, когда уже люди получили эту музыкальную грамотность, она должна быть в виде факультатива. Да, ну, не знаю, если у кому-то медведь наступил на ухо, а он 10 лет продолжает, так сказать, там уже просто потом тупо стихи заучивать, да, так сказать, потому что петь он не может. Ему говорят, что ну без этого никак. Да. Ну, мне все-таки кажется, это перебор. Я понимаю, что вы со мной сейчас не согласитесь, не хочу обидеть прекрасных учителей музыки и других предметов. Но иногда все-таки кажется, что вот эта учебная программа все-таки должна быть чуть-чуть гибче. Может быть, сейчас это компетентностный подход, это мой следующий вопрос, который я хотел вам задать. Может, как-то изменит эту ситуацию?
Ну, в принципе, образовательные программы были и раньше достаточно гибкие, и то, что мы говорим, вот вы упомянули предметы эстетического цикла, они как раз обязательными являются только на этапе основного образования. Да? Начиная с 10 класса, они достаточно ограничены, их обязательность достаточно сильно ограничена, поэтому, в принципе, если... школа именно на этапе среднего образования нацелена на естественные и точные науки, она может купировать эти предметы. Но на этапе основного образования они нужны. Но проблема как раз не в том, что компетентностный подход или некомпетентностный подход. Проблема в том, что вот вы очень метко сказали, что рисование и пение. А предметов рисования и пения уже давно нет. Так же, как и предметов физкультура нет. Нет, конечно. Есть предмет визуальное искусство, да, есть предмет музыка, есть предмет спорт. И здесь фундаментальная проблема, что в том числе и учителя зачастую до сих пор вместо того, чтобы заниматься вместе с детьми изучением визуального искусства, вместо того, чтобы с детьми изучением музыки или спорта, как широких понятий, которые влияют как, ну, в целом на цивилизацию, на культуру, так и на каждую конкретную личность, они занимаются пением, они занимаются рисованием, они занимаются физкультурой. Вот здесь не вопрос компетентностного подхода, здесь вопрос именно правильности преподнесения и восприятия предмета, как он... именно так, как его ожидают по стандарту. Вот как сказала мне одна учитель, а я по визуальному искусству в этой школе одна. Нравится или нет? И ведь так действительно есть зачастую. Ну, здесь, слава богу, хотя да, в случае визуальное искусство, конечно, да, мы же знаем, попроще. Да. А если мы говорим о музыке, конечно, это... один из самых дефицитных предметов, потому что у нас, как и учителей, просто не хватает, и еще их воспроизводство сделано по такой системе, что их невозможно воспроизводить, потому что их сейчас делают, по крайней мере, в Риге, только в Язепа Витула, а туда, в принципе, не каждый крутой музыкант сможет стать учителем музыки в Язепа Витула. Вот. Но да, конечно, есть проблема, что... учителя, зная о дефиците педагогов, вне конкуренции, в той или иной мере могут его использовать для какой-то более халатной работы. Но, не знаю, видите, учитель – это все-таки такая миссия. И подавляющее большинство учителей, они гораздо более даже не ответственны. Они живут и дышат своим делом, несмотря ни на что. Это правда. И вот эти аргументы, которые работают на обычном рынке труда, да, то есть, понятно, что если есть дефицит, то что я буду работать, меня и так будут держать, да. С учителями они проявляются крайне-крайне редко, потому что у нас все-таки достаточно жесткий фильтр заключается в том, что ты должен 5 дней в неделю где-нибудь по 8, по 7 уроков выходить на аудиторию примерно 26-28 детей. Где-то 30-32. Да? Да. И этот фильтр работает лучше, чем что бы то ни было. Потому что если ты не любишь свое дело, если ты не любишь детей, если ты не любишь работу, ты не продержишься в школе. Как бы ты ни задумывался о том, что да, и тебя и так будут держаться. Потому что очень тяжело там... 30-32 контактных часа провести даже в халатном режиме. Угу. Поэтому тут надо работать. Это правда. Здесь я с вами полностью согласен. Вот так получилось, что пандемия совпала с внедрением этой новой, насколько это возможно, новой модели компетентностного подхода, если простым языком говорить. Как вы видите дальнейшее развитие этой модели компетентного подхода? Что вообще изменилось? Может быть, у вас ваша школа уже и так это внедряла? Я честно скажу, не вижу какой-то фундаментальной разницы между тем, что сейчас, и тем, что было. Потому что, когда мы говорим о каком-то нацеленном на ученика подходе, мы говорим о
компетентностном подходе, говорим о межпредметных связях. Это все, в принципе, всегда использовалось всеми педагогами. Кто хотел более-менее полноценно реализовывать образовательную программу. Я не думаю, что сейчас какие-либо фундаментальные изменения будут происходить, несмотря ни на что, на то, что появились новые учебные пособия, учебники, изменились образовательные стандарты, потому что самая большая проблема, которая на данный момент существует, это даже не нехватка, отсутствие педагогов. Да? И до тех пор, пока не будет в том или ином виде решен кадровый голод, говорить о качественном каком-то прорыве, скачке именно в какое-то образование 21 века, ну, не имеет никакого смысла, потому что это будет выезжать в каких-то таких показательных уроках, это будет выезжать у каких-то особо-особо показательных учителей и в показательных классах, но в общей массе все равно, пока не будет решен вопрос кадрового голода, не будет какого-то вот прорыва качественного в образовании. Да, может быть, такой, ну, фактически в завершении такой вопрос, наверное, с этого мы и начали. Ну, вот на удаленке прошлый год провели не только школьники, но и зачастую их родители. Уже иногда кто-то забывал вообще, кто учится вообще, ребенок или родитель, который активно участвовал в этом образовательном процессе, может быть, это неплохо, помогал делать домашние задания. Сейчас мы вернулись, ну, в такой нормальный, я надеюсь, режим работы. Что можно вообще порекомендовать родителям, которые уже привыкли по прошлому году, не знаю, там, делать зачастую даже за детей вот эти домашние задания, понимая, что детям тяжело? Ну, может быть, это не столь актуально там в младших классах, там еще совсем такая начальная программа обучения. Что вообще можно посоветовать? Как родителям по-другому начать смотреть на этот учебный процесс? И, может быть, вы сейчас пересматриваете сам подход к этим домашним заданиям. Я понимаю, что это тоже дискуссия вечная. Нужны ли домашние задания, каким, по каким предметам, в каком объеме и так далее? Как вот, что вы здесь можете сказать? Ну, вы абсолютно правы насчет того, что родители пытались часть нагрузки на себя взвалить как раз в начальных классах. Угу. Вот я бы мог сказать, я бы мог попросить родителей дать возможность детям учиться самостоятельно на своих ошибках, потому что школа на то и дана, чтобы дети научились, а не родители. А родителей попросить на своем опыте, на своем, задумавшись о своей жизни, объяснить детям, зачем им нужна школа. Потому что очень важна мотивация со стороны семьи, поддержка со стороны семьи. Конечно, подавляющее большинство родителей являются такой серьезной опорой школы, любой школы, потому что подавляющее большинство родителей доверяют школе и надеяться на школу. Поэтому здесь родителей можно только попросить дать всеми возможными силами повлиять на мотивацию детей, и чтобы эта мотивация была осознанная, чтобы дети понимали, зачем они учатся. Да, это, наверное, такой ключевой момент, чтобы, что они учатся не для того, чтобы, не знаю, порадовать родителей хорошими оценками или, там, не знаю, бумажку получить, уж простите за утрирование, но для того, чтобы действительно, ну, получить какой-то багаж знаний, с которым они пойдут по жизни, да? Конечно, ну, мир интересен. Мы, самая главная цель, которую на самом деле, ну, преследуют и родители, что бы они ни говорили, и школы, что бы мы ни говорили, это цель, чтобы дети в итоге, став взрослыми, были счастливы. Надо отталкиваться от этого. Может быть, это высокопарно звучит, но на самом деле так оно и есть, чтобы они были счастливыми в этой жизни. Да, именно так. Спасибо большое, директор Рижской, Риношской средней школы Денис Клюкин у нас был на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо, всего хорошего. Слушайте радио Болткома.